костей, чем того мяса. Давай, бежи, расти большой. Скажи, что приехали два рыбака, ждут их в гости. Давай. Хорошая. Вот она, друзья, бесконечность. Дошли мы до нашей жерлицы. О, ну тут, смотрю, не сильная размотка. Но замерзла хорошо. Сейчас будем смотреть. Хорошо замерзла. Хорошо замерзла. Ну да. Где-то сантиметра 3 точно промерзла. Сидит, друзья. Потихоньку. Ух ты! Матерь Божья! Кобылка, друзья. Вау! Вот это кобылка. Ого! Вот это кобылка, друзья. Первая жерлица на сегодняшнее утро. Блин! Ху-ху! По пояс! Да не, поболее! Поболее! Вот это пасть у нее! Да! Фух. Отлично! Просто великолепно! Просто. Ха! Так, ну давай мы тебя оглушим. Как считаешь, хороший улов? Заплатила. Хорошо заплатила. Тут, блин. Хорошо заглотила. Ты так и не вытащишь просто. Thank you.
Ну вот такой трофей я сегодня взял. Свой первый зимний трофей. Отлично просто. Такая щука. Классно. Ну, килограмм 6-7. Это уже смело. Экземпляр. Хорошее утро. Великолепно просто. Шуги много. Иду крадучись. Но жерлица стала. Уже что, посерьезнее там подошло? Сейчас подойдем, посмотрим. Ой, как мотает. Ой, как мотает. Давайте, друзья, посмотрим, что мы тут поймаем. Yes! Какенька она шустренечка! Ну вот. Подошла сюда. Размотала, почистила всю жерлицу. А мы думаем, как ее от льда очистить. Щучку попросить. Она смыканет, дернет так, что и жерлицу нам почистит. Но лед трещит, друзья, вообще. Идешь и просишь водяного, чтобы он, как говорится, ничего и не того. Четверочка. Вот у нас наступил вечер. Приехали мы проверять вечерние жерлицы. Раз размотка, флажок стоит. Вторая, третья. Может быть, на каком-то из них сидит. Поэтому надо, друзья, с вами проверить. Лед за 2 часа нашего отсутствия. Вот так. Не шибко сильно промерз. А сидит здесь, друзья? Ё-моё. Не понял. Или где-то зацепило там? Ну что-то очень тяжелое. Прям вообще. Что ж такое? Не понял. Так, тычка. Тычка. Первым делом я вытаскиваю тычку. А вторым делом... А вторым делом там сидит еще щука. Хорошая щука сидит. Тихо.
смущенно и не хочет. Хорошая, друзья, сидит. Лишь бы не порвала, лишь бы не порвала. Потихонечку. Вот это она там намотала на тычку. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот она. Друзья, бесконечность. Отличная мамочка. Ха-ха. Да ты ж моя прелесть. Вот. Такую красоточку вытащил. Видали? Намотал на тычку. Я думал, там вообще слон неподъемный. А это хорошая, зачетная. Да-да-да-да-да-да-да. Великолепная щучка. Фух. Вот это адреналин. Вот это адреналин. Обалдеть. Тише, тише, тише. Давай-ка я тебя подальше. Вот такая. Ух, как она резвая. Так, что-то. Это я вам скажу, где-то пятерка. А то и больше. Что-то в районе шестерки где-то. В районе шестерочки. Фу, блин. И держится она едва-едва. Вон этот. Конечно бы, если ей дать возможность тут до утра, она бы тут все поотрывала бы. Вон крестик. Этот крестик. Крючок едва-едва держится. Вот это бесконечность. Тихо. Тихо. Сейчас я уберу. Да тише ты. Вот и все. То есть она бы просто маломальски бы и порвала бы все. Ох, хороша. Хороша моя зачетная, очередная мой трофейчик. Вот так вот, по пояс. Ну, не по пояс, но почти. Но это 5-6 килограмм. Yes. Ну, а пока не поздно. Ну вот, блин, тычку еще достали какую-то. Офигеть. Я... Она бы могла просто оборвать вокруг этой тычки. Она ее, получается, вокруг прокрутила. Тычку на берег. О! Тычку на берег. Ну вот, заодно еще и тычку спасли. Так, ну у нас еще две жерлицы. Кто его знает, есть там, нету. Вечерняя проверка. Значит, не зря сегодня я ходил. И хлеб мы печем, и крокодилов сегодня ловим. Прям вообще замечательно. Трофейный день. У-ху-ху. Если бы вы знали, друзья, что у меня сейчас в душе творится, это хорошее ощущение. Я бы так сказал, не каждый день такие крокодилы ловятся, но когда они ловятся, это так приятно. Это так приятно. Тем более, два дня практически таких вот крокодилов не было. Были щуки, но не крокодилы. Такие повседневки.